Не могу понять, в каком ты костюме сегодня? Дракона. Скажи, а ты умеешь огнем дышать, как настоящий дракон? А ты знаешь, что в нашей стране 1 января будет очень много таких драконов, которые будут огнем дышать? Знаю. Ну-ка, рассказывай про свой костюм. Я пришла в костюме невесты. Ну, а кто твой жених? Кто он? Ну, понимаешь, Вань, никто не хочет одеваться в жениха. А ты дяде Саше Гордону предложи. Вот я посмотрю, что это у тебя. Цепь, барсетка. Ты в костюме каком? Депутат. А, ты депутат. Давай попробуем, чтобы ты сел на руки мне. Давай, знаешь что, постой вот здесь. Давай вместе прочитаем стихи про депутата. Давай? Давай. Я тебе буду помогать. Депутат. Депутат. Он богаче всех ребят. София, а что ты попросил для своих родителей, людей, которые взрастили тебя, воспитали тебя, надели тебе на голову корону? Ребенка. И папе, и маме? Ну, маме. Маме ребенка, а папе? Какой-нибудь браслет или что-то такое. Папе браслет, маме ребенка? Да. Цирконевый браслет, я думаю. Что ты хочешь, чтобы твоим родителям подарили на Новый год? Папе должен... Папа хочет BMW, а мама часы. Как ты думаешь, у кого из родителей исполнится новогоднее желание? Думаю, что у папы. Мать богатая у вас в семье, да? Твоя любимая страна какая? Россия. А самая нелюбимая какая? Америка. Ну, нет, не американская, ну, а... кто бы говорил? Китайская. Китайская страна, твоя самая там любимая. Очень трудно делать кунг-фу. Это надо каждый день растягиваться. Почти как вот эти такие балерины так сильно растягиваются, что у них даже спина после этого болит. Это в китайской стране такое происходит? Ты живешь в каком-то средневековом представлении о Китае. Ша, бесконечность! Ты скажи, какие планы на новогодние каникулы? Я знаю песню. Давай пойдем с тобой туда, и нет там снега, ни дождя, и мы останемся вдвоем, и только будет ты и я. Все. Кто больше всего в твоей семье любит песни Жанны Фриске? Думаю, что мама. А я думаю, что нет. София, поздравь Россию с Новым годом. Скажи что-нибудь людям. Они на тебя смотрят, думают, какая красивая девочка. И желаю, чтобы всегда был мир, и чтобы никогда никто не ссорился, и чтобы все жили долго и счастливо, даже старенькие. Поздравь всех с Новым годом. С Новым годом, Россия! Желаю тебе из тысячи звезд. Из тысячи звезд. Одну самую яркую. Одну самую яркую. С Новым годом. С Новым годом. Игорь Суруханов. Игорь Суруханов. И хочу, чтобы Россия была всегда умная, хорошая, сильная. И хочу, чтобы она всегда побеждала. Хочу, чтобы не болела мама. И хочу, чтобы на нашей гордости России только звезды падали с небес. Мы все доверчивы, как дети. И любили дождь, цветы и лес. Что друг как сталь косой косили. Можно я тебя поцелую? День делень, звенят игрушки в новогодние деньки. Все уйдет на погремушки, опустеют кошельки. Как волшебные гирлянды замерли машины в ряд. В новогодних пробках рядом дяди с тетями стоят. Ждали море потесиво,
и уже накрыли стол. Папа вдруг с корпоратива удивительный пришел. Вновь смотрю я на ночь, глядя под салат и лимонад. Фильм про то, как пьяный дядя улетает в Ленинград. Я готов все 8 суток съесть свой тазик оливье. Лишь бы в этом промежутке хорошо жилось в стране. Перед вами, друзья, наши постоянные эксперты, участники рубрики «Взгляд снизу». Дорогие дети, я сейчас раскрыл секрет, вы дети, у нас для вас есть подарки. Давайте мы похлопаем нашим артистам. Давайте. Ника. Всех. Дети, пока не открывайте, подождите. Послушайте то, что я вам хочу рассказать. Это очень-очень интересная история. Я когда был маленький, такой же, как вот Саша Булатов, мне мама подарила пластинку. Очень маленькую. И на этой пластинке были замечательные песни, которые пели дядя и тетя. И я все детство свое рос и слушал песни на этой пластинке. И когда я вырос, я знал, что, оказывается, эти песни любят все-все-все люди в нашей стране. И эти голоса для всех наших людей очень сильно связаны с Новым годом. И поэтому многие люди, когда слушают эти песни, они плачут. А вы какие любите песни? Каких исполнителей? Билан. Я Билана тоже люблю. Бейонс. Все, Ника, успокойся, я понял. Так вот, знаете, что я вам хочу сказать? Хотите вырасти такой же такими же высокими, как я? Да! Ну, тогда слушайте. Па-п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 а